В марте у нас было сильное подтопление. И, кстати, как раз нам помогала администрация откачивать воду. Ночь откачивали воду, вывезли 13 машин бойлеров. После этого у нас было просто полное разрушение отмостки. Елена Тахировна, обязательно поможем. Коллеги, давайте просто мы сделаем оперативно. Самое главное, причину установить, чтобы не получилось, что мы думаем про отмостку, а причина это не единственная. Чтобы, выполнив объем работ ремонтных, были уверены, что там других причин нет. И что никаких сложностей у семьи не будет, и дом будет готов к эксплуатации полной. Такой замечательной многодетной семьи. Не хватает нам жилплощади. У нас была она, но дом пришел в негодность. А сейчас мы по квартирам просто переезжаем с места на место. Я, конечно, восхищаюсь вашим отцовским подвигом. Да? Вы и работаете, и воспитываете замечательных детей. Стараюсь все успеть. Да. И думаю, вот вы хорошим примером являетесь для многих и многих отцов, наших земляков и не только. Мы однозначно поможем, и недостающую сумму будет из резервного фонда губернатора выделено. Я надеюсь, коллеги, что мы быстро поможем оформить и сейчас все, что касается финансовой составляющей, а дальше саму недвижимость. Я прошу здесь самым активным образом отработать. Валерий Иванович, берите наличный контроль, сопровождайте там, с главой поселения, с главой. Ну, чтобы все бюрократические там, процедуры были выполнены в короткий срок. Ну, естественно, все в соответствии с действующим законом. Поможем обязательно. Найдем вариант, не сомневайтесь. Средства выделим на ремонт тогда и восстановление. Я прошу вас, Эдуард Викторович, на личном контроле держать. Я уверен, что и люди готовы помощь показать, потому что уважение к семьям, к родственникам, защитникам Отечества в нашем обществе, слава Богу, на самом высоком уровне. Я уверен, и люди готовы откликнуться всегда. Надеюсь, вы это чувствуете. Воспитали настоящих защитников Отечества, достойных граждан. Вам большое спасибо за поддержку.